Сегодня мы посмотрим на вот такие часы. Jet Kit Scout часы. Купили. Коробочки. Наручный смарт-браслет. Мой ребенок потерял уже большое количество телефонов. Были и дорогие, и совсем дешевые. Вот. Поэтому сегодня мы решили приобрести именно наручные часы. Что в них у нас будет интересного? Ну, хорошо так запаковано. Вот коробочка. Сами часы. Угу. Так, браслет выполнен у нас в форме таких сот. Защитная пленка на часах. Угу. Цветной дисплей было написано. Так, здесь у нас имеется датчик снятия с руки. Кнопочка SOS. Кнопочка звонок. Это, видимо, фонарик, что ли, желтый. Так, сюда вставляется, ага, сим-карта и зарядка для USB. На часах есть такая бирочка. Jet Kit. Регистрационный код ID. Использую его для регистрации смарт-браслета в приложении и email. Угу. Так, что еще внутри в коробке есть? Шнур USB для зарядки. Так, и... Угу. И инструкция, да? И инструкция. Так, пока все.